Память деятелей движения «АЛЛАШ» будет увековечена. Соответствующую резолюцию приняли в Астане участники международной научно-практической конференции, посвященной столетию «АЛЛАШ-Орды». Продолжение темы в следующем материале. Создать казахскую автономию, законодательно закрепить право на свободу слова и печати, добиться неприкосновенности личности и всеобщего избирательного права для казахского народа. Это лишь некоторые тезисы из программы партии «АЛЛАШ». В этом году исполняется 100 лет со дня ее образования. К знаменательной дате приурочили международную конференцию. Приветственное слово от имени главы государства к участникам зачитала государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова. Она заявила, что программа духовной модернизации Рухани Жангыру созвучна с целью и идеями деятелей партии «АЛЛАШ». Празднование столетия со дня основания этой партии – очень знаменательное событие, которое мы никогда не должны забывать. Очень замечательные инициативы исходят от главы государства, президента Назарбаева Нурсултана Абишулы по поддержке того, чтобы страна никогда не забывала о своей истории, своей культуре и своих героев. И в этом направлении вы делаете огромную, колоссальную работу. Идет поиск этих героев. Много еще неизвестно. Лидеры «АЛЛАШ» реабилитированы перед народом и перед историей. Партию возглавляли лидеры национального движения, представители казахской интеллигенции Ахмет Байтурсынов, Паржах Абдулатов, Мухамеджан Танышпаев, Алихан Бөкейханов и другие. И вполне закономерно, что была озвучена мысль о том, что основная идея партии «АЛЛАШ» заключалась в просвещении, говорят участники встречи. Через культуру, через просвещение ее лидеры хотели донести до народа тот запах свободы, запах демократии, в целом запах такой освободительного движения, которое было на тот момент в стране. Идея о создании казахской автономии появилась не на пустом месте. Речь шла о сохранении идентичности и самобытности казахского народа. Нужно было защитить народ от бедности, сохранить нажитое имущество и хозяйство. А как это можно сделать? Выход был один. Создать собственное государство, армию и защищать национальные интересы. Сегодня деятельность партийцев «АЛЛАШ» изучают на специальных факультативах, которые так и называются «АЛЛАШ-ведение». Многие белые пятна в истории удалось восстановить, но еще предстоит большая работа по воссозданию имен партийных деятелей, которые работали на местах. Была проведена большая научно-исследовательская работа, большая организаторская работа. И прежде всего надо уже открывать архивы прошлых лет, они стали доступными у нас в Казахстане, но еще есть очень большой пласт неисследованных материалов. Мы пока ведем исследование вообще центральных действий, а сколько было репрессировано людей на местах, на областном, на районном уровне. Еще руки туда не дошли. Состоялся хороший диалог, обмен мнениями об исторической значимости лидеров партии «АЛЛАШ». Сложно недооценить их роль в становлении казахстанской духовности. По итогам международной научно-практической конференции принята резолюция об увековечивании памяти деятелей движения «АЛЛАШ». Будет и дальше продолжена работа по изучению и систематизации их наследия, чтобы казахстанцы знали и помнили, какой ценой нашему народу досталась незыблемая независимость. Каухар Сарсенбаева, Азиза Макулбаева, Ганиел Шимбаев, Хабар 24, Астана.